Как карты собирать? Тут донаты смотрю, блин. Сраный донат. Как мне их открыть? А, как мне приобрести золото? Блин, карты. И, блин, за такие бабки! Да пошли вы нахер! Ну, может быть. Кто знает, какой-нибудь наборчик куплю. Здесь? Ты можешь собрать колоду из любимых карт. Круто. Колод, говоришь. Тут я могу тебе помочь. Вот что я предлагаю. Ну, стоит ли это кого-то собирать? Чтобы пролистать свой альбом, щелкни по краю страниц. Мне нравится твоя колода. Давай испытаем ее в деле. Не знаю, зачем мне эти колоды. Ну да ладно, я просто рандомно сгенерировал. Я пока не собираюсь против реальных игроков играть, которые быстренько разберут со мной. И... хорош! Победа или смерть? Да начнется охота! Окей, тут то второй ход ему дается карта. Я еще посмотрю, что за выслеживание. Я не могу это сделать. Вау, окей. А, на выбор одну. Job's done. Да ладно. Да ладно. Теперь он будет мне лично долбать этой штукой. Дело было вечером, было нечего. Вот и ударили, блин. Ну сейчас он опять ударит. Конечно же, он защитился. Так, надо что-нибудь против него ставить. Что надо? Не лезь на кулаки! Опять. Так и знал. Ну, этого просто убьют одним ударом, все.
Поэтому другого выхода у меня нет. Карточки, карточки. Мы играем в карточки. Они даже не узнают, что их убили. Получай. Мы сравнялись, корющик. Ау! Да блин, сейчас этот кабан. Нихера! Три дамага. За короля! За честь! Многовато потерял. Надо. Нахандракунчик, да чтоб тебя, ну чё тебе так везёт, а? На. Ну что, начнём? Я не могу это опять вооружился сраной бронькой. Ну, это ГГВП. Не моргай. Спустил собак. Job's done. Блин, ну мог меня спокойно сейчас добить. Да как можно, сколько можно уже этот дурацкий щит поднимать? Ну, в принципе, одна, один удар и все это. Я не могу это сделать. Да ну нафиг, а? Говно! Второй уровень, ладно. Ну, короче, Hearthstone, это что-то вот такое. Я ожидал, что мне игра не понравится. Нет, я ожидал, что меня эта игра просто возьмет да завлечет по полной. Это казалось примерно так. Ну, не по полной, но как-то. А чёрт, ну почему не создали что-нибудь другое? Я карточки не хотел, я хотел что-нибудь другое. Зачем мне дурацкие карточки? Блин, все так ждут чего-то хорошенького, охеренного. Тут карточки! Сраные карточки! Которые мне даже не нужны. Так, ё... Говно. Потом разберусь, может быть, с этой дурацкой колодой. В общем, задолбалось мне уже играть Hearthstone, поэтому, может быть, еще что-то будет по Hearthstone, может быть, и не будет. Ну, в общем,
Это, конечно, круто всякое, тебя приглашают на бета-тест. Это большая редкость. Это удивительно, что меня пригласили. Я уже и не ждал, что меня пригласят. Они пригласили. Это круто. Ну, что же я могу сказать по поводу игры? В целом, это прикольная игра, и убить время можно. Эти карточки! Карточки. Я как-то еще что-нибудь там, не знаю, покруче что. Ну, карточки, карточки, просто взял, убил время. Ну, Близзарды, да, всегда берут идеи сюжета, у них это хорошо получается. И данный случай не исключение. Хотя это карточки. В общем, это был летсплей по Hearthstone Heroes of Warcraft. Ждите, может быть, будут еще какие-нибудь ОПшки. Ну, если вы, конечно, еще пожелаете, то буду еще играть. Может быть, даже смогу сыграть на стримчик. Ну, тут даже есть качество. Нахрена, конечно, оно непонятно. Для такой-то игры, а? Тут, по сути, еще нету такого двигающейся картинки с анимированной рамочкой. Ну, поняли, короче. В общем, всем пока. Ждите новеньких летсплеев. С вами был я, Павел Первый, как вы знаете. И с радой, гардочки!